знаешь. Такие специальные части организуются сейчас повсюду. Это касается также и офицеров армии. Каждый сознательный гражданин должен проявить мужество, сохранять хладнокровие и помогать армии сохранением спокойствия, порядка и дисциплины. Поскольку единственный внутренний враг сейчас – это паника. Она заразительна и не поддается влиянию здравого смысла. Порядок и организованность – ничего иного, дорогие сограждане. Только порядок. Только порядок. Порядок против хаоса. Я прошу вас, я взываю к вашему мужеству. И, несмотря ни на что, к вашему здравому смыслу. Ну что, будем есть? Малыш спит. Как вы думаете, разбудить его? К сожалению, в нашей стране имеется такая база с 4 боеголовками. И высока вероятность, что это самым трагичным образом может обернуться против нас. Что это такое? Наша связь может прерваться в любой момент. Однако я успел сказать вам самое главное. Дорогие сограждане. Все должны оставаться на своих местах, поскольку в Европе сейчас нет места более безопасного, чем то, где мы находимся. Поэтому все мы оказались в одинаковых условиях. Все районы будут находиться под контролем специальных частей с тем, чтобы сохранять порядок. Неужели это случилось?